так получилось, что я в профессионалы ворвался и сразу там, скажем, на первом же Немирове, можно сказать, три первых места занял и второе, да, проиграл Джону Берзенко, все знают. И, в принципе, на тот момент, наверное, единственный, кому я проигрывал, это ему. И вот когда вот у него выиграл, конечно, у меня вот все, чувство такое, типа, о, все, я там всех одолел. Ну, скажем так, на тот момент, да, я прекрасно понимал то, что вот все сильные здесь собрались, и вот Берзенко, которому я там проигрывал, я его выиграл. Все, типа, я понимаю то, что, о, все, список как бы закончил. Вот тогда было даже настроение самое такое, то, что запомнилось. Потом, естественно, там новые ребята сильные начали появляться, в итоге там тоже наступать на пятки. С ними тоже было интересно. Но вот самый такой весомый поединок, это с Джоном был тогда, когда я у него выиграл, да. И момент такой был на Арнольд Классике, когда Лупкас был, Майкл Тотт, и Чаффи там был. И там такая ситуация сложилась. Я ехал, во-первых, в другую страну, далеко, тяжело. И тут еще очень хотел выиграть этот турнир. Я не знал, кто туда приедет. Я как бы примерно понимал, ну, 100% не сдал. И вот они собрались, я понимаю то, что, ну, вроде бы тут Майкл Тотт соперник, вот мне придется с ним соперничать. Ну, так сложилось то, что там оказался Ричард Лупкас, то есть он меня загрузил хорошо. Помню этот момент, честно, я до конца не знал то, что соревнования 2 дня идут. То есть там полуфинал и финал на следующий день переходят. То есть я борюсь. И вот я Лупкасом борюсь, я уже понимаю то, что тяжело, я уже за голову схватился, понимаю то, что все. То есть даже если я Лупкаса выиграю, у меня сил на Майкла Тодда не будет. Я уже расстроился, если честно. Вот тогда я расстроился. Потому что, ну, так оно и получилось. Я с Ричардом борюсь. Да, я у него выиграл. Потом с Майклом Тоддом борюсь. Вот с Майклом выхожу, вот у меня первая борьба. Я там, все, я считаю, он меня выигрывает. Я понимаю то, что, блин, я только один раз проиграл, а Майкл без поражений. Я думаю, ну пипец, если у меня сейчас сил нет, откуда же они у меня возьмутся? Все, блин, проиграл. Елки-палки, расстроился. И тут, короче, объявление. Так, все, всем спасибо, всем до завтра. Всех вас ждем. Я такой... Не понял, что за фигня. И тут я такой, знаешь, внутри у меня. Спать. Есть и спать. И, блин. И тут я понимаю, что у меня сейчас один день есть, чтобы восстановиться. И еще побороться здесь. И у меня, слава богу, все получилось. Я выиграл. И это было тоже круто. Ну, это, знаешь, получилось, я тебе скажу, на Немирове с Чаффи. Действительно, я не ожидал. У нас получилось, мы встретились сначала в сетке. Я ему тогда по фолам проиграл. Но потом я опять же отдохнул, там 2-3 часа у нас было время. И опять же, вот, очень сильно с ним тяжело боролся. Очень жесткий, сильный. То есть, если с Пушкарем, скажем так, тоже было сложно постоянно, но у него было, он стартовик сильный, но он не очень выносливый был. То есть с ним можно было первый раунд, конечно, загрузиться сильно, но если он устал, а потом следующие поединки, они с ним не такие сложные. И вот тут я вспоминаю с Чаффи, да, когда на Немирове, вот эти все поединки, они были прям вот такие, прям все. То есть везде я впрягался, везде я вот понимал то, что вот он продавливает, надо держать. Это, наверное, самое сложное было вот на Немирове 2013, что ли, год. Вот это мне тогда, да, тяжело было. Write in the comments what you think about this video, share it with your friends, and we will develop the sport together. And of course, subscribe to the True Power channel.